Знаю что, ты слишком хорошо знаешь это место на Сиджуна. Как будто ты уже был здесь раньше. Саруш, тебе не кажется это странным? Всем привет! Вы на канале Дивплей, и мы продолжаем проходить Genshin Impact. Не забываем пошлепать мой лайк, написать комментарий, минимум из 5 хороших слов для поддержки этого видео. А еще можно платно подписаться на канал, задонатить по ссылкам в описании, или же по этим самым ссылкам в описании подписаться на мою телегу. Погнали! Так, ну судя по всему, просто так я пройти тут не смогу, нам нужна жмыхалка. Поньк. Да, сработало. Так. О, там есть крутой сундук. Блять, да не это я хотел, сука. Ладно, давай идем вмажем этой курготе. Тихо. А теперь погнали. Да сколько в тебе будет-то? Тихо. Все норм. Все хорошо. Чпонь. 5 камней и какая-то хуйня. Хуйня для чего-то, хз для чего. Так, а куда мы шли-то? А, мы сюда шли. Ну, в общем, норм. Нам еще куда-то вверх надо. Не-не-не, это я не буду тыкать. Тум, цеплюсь. Так, между прочим. Стоп, мне показалось. А, ну, видимо, да. Показалось. Так. Ага, тут дырочка есть. Отлично. Так, тут есть и дырочка, есть и телепорт. Так, подожди, эту я вижу, а та вторая. Ладно, подобрать. А чё, только одна надо? Нет, стоп. Вторую тоже показывает где-то. Тогда я пройти не могу. Окей. Ну да, и нам типа надо будет оставить тут и тут. О-о, я нечаянно. А, не, норм. Наконец-то мы внутри. Очень похоже на главный зал. Что будем делать дальше? Надо подумать. Как и в предыдущих руинах, которые мы исследовали, здесь должен быть центр управления энергетической системой всего комплекса. Если верить документам, которые я читал, группа дохрийских воинов, известная как Рыцарь Лебедя, использовала это место в качестве центра производства механизмов. Согласно записям, они противостояли монстрам, появившимся в этом месте во время бедствия, произошедшего 500 лет назад. Но сейчас это не важно. В моих записях говорится, что великая песнь, которую мы должны найти здесь, находится на самом нижнем уровне мастерской. Чтобы попасть туда, нужно воспользоваться подъемником.
Это значит, что активировать его наша главная задача. Но, как и в случае с предыдущими руинами, питающие подъемник реле, запечатанные серыми кристаллами, нам нужно найти ядра духа, чтобы устранить их. Похоже, нам понадобится 3. Судя по записям в этих руинах, их немало. Предлагаю осмотреть прилегающие комнаты. Это замечательно, но все двери наглухо закрыты, мы не можем никуда пойти. Белая болталка, ты слишком много беспокоишься. Для тех, кто использует хварну, все двери открыты. Это случайно не то ядро духа, что мы ищем? Именно так. Ядрами духа мы разблокируем реле, а с помощью преобразователя сможем передать энергию на механизм у дверей, чтобы открыть их. Давайте попробуем и посмотрим, что получится. То есть, а если я пока только в одну сторону поставлю, типа будет норм? Или нет? Так, ну, наверное, да. Так, чпоньк. И, наверное, эту хуйню нам надо... Понял. Ну, кажется. Да, блядь! Сдвинуть! Сдвинуть. И еще разок сдвинуть. У-у. Не в меня. Да? Ого, она открылась! Давайте сделаем то же самое с дверью с другой стороны. Я бы тоже с удовольствием посмотрел. В моих записях сказано, что там находится плавильный центр этой мастерской. Учитывая состояние этих реле, можно предположить, что нам понадобится еще одно ядро для активации двери. Чтобы активировать подъемник, нужно разблокировать 3 реле. Я прошу вас и нашу великую посланницу найти их. О, прозвучало так, словно у тебя появилось право отдавать мне приказы. О, не-не-не-не-не, я бы не осмелился на такое, о, великая посланница. Однако, только вы способны выполнить эту великую миссию. Вы, ваша яснопатия, творите чудеса, которые простой смертный вроде меня не в силах совершить. И потому мне остается только ждать вашего возвращения. Возьмите с собой эти исследовательские записи, чтобы не сбиться с пути. В них указаны места расположения всех ядер духа, которые вам предстоит найти. Я уже однажды пошел по твоим записям, и они меня завели хуй знает куда. Блять. Возможно, я буду немного выебываться, но мне кажется, вообще нихуя непонятно. Мне потребовалось много усилий, чтобы раздобыть эту информацию, поэтому берегите ее. Без этих записей я не смогу выйти отсюда. Вы же не оставите на произвол судьбы несчастного меня. Ты мне не нравишься, ты чё-то, сука, задумал. Да и как те записи тут помогут-то? Я их даже пока считать не буду, потом прочитаем. Так, а сейчас пошли... добывать эту хуету. Отвали-то от стены, я понял. Так. Какие вы, блядь, сука, грозные. Получили по ебальнику и все. Стоп, еще один где-то? Он что, свалился нечаянно? Ха-ха-ха, лошара. Ну ничего, бро, бывает.
Неудачник, сука. Так, а куда нам надо-то? Тут тоже дверь есть. Чего, блядь? А, видимо, потом в эту дверь. Ты серьезно? Мне аж туда надо. Ладно. Благо в Геншине можно лазить. Блять, какой-то Half-Life пошел. Здрасте! Эх, а сейчас начнется веселье. Так, выпилили. Оу! Даже быстрее, чем я ожидал. Окей. О, еще один сундук. Сразу несколько. А, ну да, это от феечки. Так, активировать. Так, мы открыли какую-то дырку. И мы открыли какой-то проход. Мне, в принципе, интересно узнать, что там в дырке. И интересно, а я обратно выберусь, нет? Ладно, давай глянем. Блять. Так, еще какой-то проход открыл. Слушай, это хуйня под водой. Что нам делать? А? Бля, какой я умный, а? Ядро духа у нас! Давай вернемся в главный зал! Окей. Так, я так понимаю, немного срезал путь. Ящерицу зафармили. Блять, а куда мне надо? А, мне сюда. О, вы наконец-то вернулись. Я был вне себя от беспокойства, если бы один из этих зверей внезапно ожил. Мне бы, несомненно, пришел конец. К счастью, ничего подобного не произошло. Итак, у нас есть два ядра духа, давайте откроем дверь справа. После этого, если позволите, я последую за вами дальше. Не позволю, пошел нахуй. Так, дай водички попить. Отлично, так, теперь пошли дальше. Так, мне теперь туда надо. Но, вероятно, теперь так? А, слушай, получается... Этот не надо было сгонять аж туда. Ну, тот туда. Ну, ладно. Проебался немного. С кем не бывает. А, тут надо два. Ок. Первый есть, а теперь еще этот. Не, значит, все норм.
Повернуть. Блять, да нет, сука, оставить. Повернуть. Есть. Отлично. Погнали. Так, а можно и... А, блядь, тут прохода нет. Так что да, можно только сюда. Блядь, опять пизделово. Здорово, мужик, я. Да-да-да-да-да-да. Блядь, пиздец вы грозные. Так, успешно выпилили. Чё, с них даже ничего не напал... С одного только выпал, блядь. А не, с двух. Так, а что-то интересное? Нет, не будет. Чё, опять капуста? Не, морковка, не угадал. Какой идиот распихивал морковку? Так, мне сюда. О, тут что-то можно и зафоткать. Ух ты, какая огромная печь. Очень горячая, но в рабочем состоянии. Эта гигантская печь используется для производства вещества под названием азотит. Она является основой всей подземной мастерской. Энергетический блок, который мы видели ранее, изготовлен здесь. Но разве это место не было заброшено целую вечность назад? Ну, могут быть пути, о которых мы не знаем. Люди, которые поклоняются Черной Бездне. И даже фатуи, о которых вы говорили, могли войти сюда. Если бы не тот факт, что только госпожа Саруш может прикоснуться к ним, великие песни были бы давно украдены. Ха, напрасные переживания. Великие песни Хварны — мое наследие. Непостижимо, чтобы кто-то другой мог запятнать их своим прикосновением. Истинно так, но нам нужно найти еще одно ядро духа, чтобы активировать запечатанное в кристалле реле, если вы хотите исполнить свое предназначение. Затем мы можем активировать подъемник и отправиться туда, где нас ждет великая песнь. Медлить нельзя, пойдемте! Ок. Так, для начала сфоткать. Бля, это охуенно. Занесено в архив. Интересно, а где архив? Архив. Книги, материалы, сущности. Блять! Ты чё так серьезно? Так, география. Во где эта хуйня? Сумеру. Слушай, а в Сумеру я много чего нафоткал. Ага, вот оно где. Блин, а почему нельзя сохранить? Как-нибудь. Вот, допустим, мне нравится эта картинка. Какое-то блядство. Ладно, идем. Подожди, кто, где, чё? Блядь! Слышь, меня напрягает то, что я не вижу, кто... А, вон они, блядь. Тихо, сука. Тихо, говорю. Блять, их аж трое. Давай немного вас зарядим. Сука, нихуя не видно. Оп.
второй... Блядь, да сука, ну переключись-то! Спасибо. Да чё ты, тварь, не добила? Боже, мразота тупая! Да дохуяривай-то, а! А, ладно. Паника излишняя. Излишняя. Отставить панику. Так, меня напрягает, что... А, не, меня уже не напрягает. Проход тут один. Ёй, сколько всего. Так, а тут... Ага. Я понял. Пофиг. Идем. Так, а мне в целом-то... Блядь. Я сюда падал только ради этого пизделова. А-а-а, вот еще и... Проход? Проход. О, зверь, нашли. Так. Чё, даже никто нападать на меня не будет? Да ладно. Ну вы чё, серьезно? Могли бы какую-то хуйню и поставить тут. Блять! Наконец-то нашли! Давайте поскорее вернемся и активируем реле! Надо посмотреть, мы должны... Подожди. О! Фичка. Фичка. Давай, я иду за тобой, лети. Тихо. Блядь, она туда. Я иду. Я тут. Опа. Активировать. Блять, ёп! Что? Ха, видите эту гигантскую машину наверху? Это центральный пульт управления всей мастерской. Если мы проведем энергию от реле к этому устройству, то сможем привести в действие подъемник. Давайте разблокируем реле, а затем соединим цепь. При помощи преобразователя. Что? В чем дело? Нет времени повторять. Знаешь что? Ты слишком хорошо знаешь это место на Сиджуна. Как будто ты уже был здесь раньше. Саруш, тебе не кажется это странным? Может, ты и права. Но он виджня на пати людей. Поэтому для него вполне естественно знать такие вещи. Хм. Не смотрите свысока на нас, книгачеев. С помощью документов, которые я прочитал в горах, любой сможет управлять этими устройствами. Я не только прочитал все книги в доме Даэна, ну и посвятил много времени сбору томов, которые до этого хранились в тайне от людей. Как повелела мне великая посланница, я уделял особое внимание записям, касающимся великих песен Хварны и подземных руин. Скажите, разве извлечение истины из документов не является основной работой тех, кто занимается подобными исследованиями? Даже если вы подозреваете меня, давайте продолжим этот разговор после того, как получим великую песнь Хварна. Вы же не бросите меня на произвол судьбы. Прошу, давайте приложим все усилия, чтобы решить вопрос с подъемником. Не, ну в принципе да, нам это надо решить. Таинственное устройство, похоже питающее огромные механизмы, когда к этим устройствам по цепи подается энергия... Активируются и подключенные к ним механизмы.
Ок. Я это, в принципе, как-то допер уже. Ну ладно. А почему эти заблокированы? И там тоже заблокировано. О, зырь. Зацепилась. Фух, есть, хорошо. Так, феечка, давай. Спасибо. Так, ну, наверное, эта херня разблокируется, когда мы внизу врубим. Хуй знает. Ладно, нам в любом случае тут внизу надо что-то делать. Так, и... А зачем я забрал? А я ебу. Так, а теперь нам надо подойти на эту хуйню. Так, сдвинуть. Теперь повернуть два раза. Есть, первая работает. Не понял. Сдвинуть. Блять, а чё сдвинуть-то нельзя? Уже можно. И сдвинуть. Изи. Очень хорошо. Нам осталось активировать центральный пульт управления наверху. И подъемник должен снова заработать. Ясно, Пати, достопочтимой великой посланнице, предоставляю это тебе. А мне еще предстоит работа по изучению этих старых механизмов. Наконец-то мы на месте, мои приготовления не были напрасными. И все же оставим торжество на потом. Кто знает, какие опасности нас подстерегают впереди. Ой, боже, да кого мы не отпизживали, господи. Так, а мне надо наверх. Так, а как наверх? Отправляйтесь к пульту управления. Так, ну это я понял, что мне надо к нему отправиться. А как бы это попроще сделать? Тут же, собственно, некоторая загогулина. Слушай, там дырка есть. Да ну, это издевательство лезть туда. Там полюбас мне что-то где-то помешает. Ну да. Бля, я даже не сомневаюсь, что мне... Блядь, во-первых, как я туда вообще заползу? Я понял. Так. Вот так я и заползу. Изи. В смысле, кого куда повернуть? Ёб твою ж мать! Подожди, а как их поворачивать-то надо? Хоть какие-то... А, какие-то подсказки будут. Уголок, квадрат...
чё, к чему относится. Уголок, квадрат, ша. Фу, блять, уголок. Треугольник, квадрат. А, слушай, тут... Тут новые эти самые. Значки. Не все так просто. А, слушай. А я там что, не заметил где-то? Что? Так, ладно, давай это будем делать. Треугольник туфляша. Так, повернуть верхний. Так. А тут какой-то неправильный треугольник. Чего? Треугольник, туфля, квадрат. Ну давай попробуем. Так, зыря, это работает. Треугольник ПШ. Треугольник вниз. Наебалово. Треугольник вниз. ПШ. Слушай, а тогда получается тут все нормально? Блять, нихуя не понял. Па-па-ра-па-па. Может, немного неправильно? Треугольник с точкой. Треугольник с точкой. Туфля. Квадрат. Оу! Как ты на отъебись сделал? Да давай уже! Наконец-то! Теперь мы можем воспользоваться подъемником и достичь самой глубокой части мастерской. В моих записях также говорится, что там можно найти путь в подземную область, которая находится еще глубже, чем эта мастерская. Но это не то место, до которого мы можем добраться. Впереди нас ждет опасный путь, но на этот раз я не убоюсь. Это можно считать самыми глубокими частями наземных областей. Если бы ученый вроде меня остановился здесь, он бы точно опозорил свой орден. Лучезарная посланница, яснопати, уверяю это вам. Сыкло ебаное. Великий оружейник. О, блядь. Я же не думал, что она поедет, как только я встану тут. А чё она притормозила? Типа, так и надо? Так... Блять, да так, как же это неожиданно, блять! Ага.
Давай валим еще и тебе, а мне что, жалко, что ли, кому вваливать? Блять! Ну давай еще так. Ага. Окей. Да, определенно, бро. Окей, поехали вниз. Да чтоб тебя, блять, ебали кони. Здорово, малыш. Ага. Погнали аннигилировать. Блять, уже второй готов! Тихо! Ага, а я уже готов. Хуякс. Блин, обидно, что из них ничего не выпадает. Ну ладно. Да, блять, да. Ёб твою мать, этот какой-то мощный. Вроде. Блять, их... Сука! Да, блядь, дай встать на ноги! Курва! Тихо, блядь! Изыди нахуй! Блядь, может, по одному будешь ебашить, а? Тихо, блядь! Так, одного ёбнули. Остался второй. Слушай, ну вроде выглядит как-то грозно, но на деле я особой разницы не чувствую. Куда он делся? А это что еще такое? Что это было за сфера? Блять, они меня немного покоцали. Так, подожди, а чё, куда, кого? Спуститесь вниз. О-о-о! Я понял. Так, окей. Есть? Отлично, мы собрали все 5 великих хварн. Я думал, это 4-я. Ну ладно, все 5. Теперь нужно отнести их Зурван в оазис Варукаши и провести тот обряд со сложным названием. Не торопитесь, сперва-наперво отдайте все песни хварна мне. Как я уже говорил, я должен более тщательно изучить их, прежде чем приступить к обряду Чинват. Разве я не приложил немало усилий, чтобы найти их? Без меня вы бы, возможно, до сих пор вслепую блуждали по этой мастерской. Вот как это выглядит в твоих глазах! Все логично, разве нет? Дай сюда великие песни побыстрее. Это позволит мне разработать порядок проведения обряда. Именно так.
Я ведь тоже немало потрудился. Знаешь, чем больше ты говоришь, тем больше у Пэймон возникает подозрений. Это будет излишним. Именно. Моя яснопати верно говорит. Тебе нужно просто дождаться окончания моего подвига на Зарей. Молчать! Надоели! Как ты смеешь, Назарей? Ах, я сказал это, не так ли? Раскрыл себя. Блять, ты весь выпуск, блять, пытался мудачить нам мозги. Сука! С чего бы начать, даже не знаю. Я бы с удовольствием рассказал о своих планах. Мертвые не разговаривают, в конце концов, но я готов поспорить, что вам не очень хочется слушать о таких мудреных делах. Просто дай мне великие песни Хварна, это сэкономит мне уйму времени. А ты не боишься просто пизды получить? Ни за что! Мы потратили столько усилий, чтобы получить их, и без них мы не сможем выполнить поручения. А еще Зарван сказала, что мы совершим огромную глупость, если отдадим их тебе. Эти мелочи ничто по сравнению с моими планами. Все это время я подыгрывал вам только для того, чтобы заполучить великие песни. Меня называют Виджняна-пати Ордена Скептиков. Но они никогда не понимали моих чаяний. И поэтому я действовал тайно. У меня не было другого выбора. Я выманил Саруш под предлогом совершения обряда Чинват и устранения странного явления, чтобы вступить в контакт с творениями Хварна. Это стоило мне огромных трудов. Вы сами видите, что большинство пари довольно тупоголовы. Да. Но Саруш была поистине бесполезна. Ее попытки заполучить венец, который позволяет управлять силой Хварна, заканчивались неудачей одна за другой. Я уже был готов сдаться. Именно благодаря вам Саруш получила венец, а мы проделали весь этот путь. Возможно, вам все равно. Но должен сказать, что я вам очень благодарен. Говорить такое слишком жестоко по отношению к Саруш. Да кого это волнует? В гимнах скептиков говорится, что некоторые люди становились соратниками пари. Но если бы не великая песень, я бы не стал с пари связываться. Осталось использовать великие песни Хварны, чтобы обратить вспять обряд Чинват, который снимет печать с черной бездны, и древняя война начнется вновь. Не-не-не-не, в пизду не будем ничего снимать. О, это сладкое предвкушение. Жаль, что вы не увидите это великолепное зрелище. Разве ваш орден не должен помогать сдерживать черную бездну? Почему ты хочешь открыть ее? Да ты забыл о своем долге, сука. Ах, неужели вы не учили другие возможности? Как вы уже убедились, записи скептиков — это куча бредовых мифов. А записи дохрицев — факты, причем точные. На мой взгляд, так называемые истории о противостоянии черной бездне и долге Ордена Скептиков — пустые небылицы. Мои находки в руинах подтвердили это предположение. Я обнаружил там много интересного. Мне иногда удавалось проникнуть сюда тайно, вместе со следователем книг, который делился со мной записями. Однако это первый раз, когда все прошло так хорошо. Согласно моим исследованиям, те, кто здесь противостоял Скверне, были дохрийскими героями. Они истинные предки скептиков. Они были забыты, их история оставалась нерассказанной. Их оклеветали, как преступников назвав причиной бедствия. Ничтожества из Академии взяли на себя труд стереть все следы тех подвигов. А затем Орден Скептиков. А затем Орден извратил их, чтобы создать собственные мифы.
Я подозреваю, что именно... Поэтому Академия никогда не собиралась принимать нас. Это предательство, как его ни назови. Я хочу лишь прекратить этот кровопролитный фарс. Я ведь говорил об этом. Я обнаружил в руинах несколько интересных записей. Например, записи Дохрица о том знамении в небе. Они назвали его знамением истины, полагая, что он отражает реальность за пределами нашего неба. Мой план заключается в том, чтобы принести беспощадную истину в этот несправедливый мир. Для этого великого подвига нужно, чтобы вы отдали мне великие песни Хварна. И тогда, возможно, я вас пощажу, пощажу. Да и что ты сделаешь? Отнимешь их силой! Тебе будет довольно сложно это сделать, знаешь ли. Разумеется, я подготовился на этот случай. Прошу прощения за ожидание, о жрец Черной Бездны. Я понял. По-моему, жрец тоже хорошо всасывает. Сосет как тварь. Так, а... Подожди. Да ты, курва, что творишь? Бля, он щиты вкинул. Тварь! Блять! Блять, еще этот попердывает там. Ой, хедшот. Куда подевался Насиджуна? Минуту назад он прятался вон там. Да как мы могли позволить ему ускользнуть? Уму непостижимо, как он мог сговориться с Орденом Бездны, чтобы забрать наши великие хварны? И что за бред он нес? Этого давно стоило ожидать. Ты права, он с самого начала вел себя очень подозрительно. Учитывая, что Зорван нам рассказала, она тоже это поняла. В таком случае, давай отнесем великие хварны обратно в оазис Варукаша и расспросим Зорван. Что касается Ордена Скептиков, Несси Джона говорил, что держит их в неведении. Не стоит исключать возможность того, что некоторые из них переметнулись на сторону Несси Джона. Но Пайман уверена, что Пера и многие другие ни о чем не догадывались. Нужно рассказать им правду при случае. В общем, давайте поскорее вернемся в оазис Варукаша. Нужно убедиться, что там не произошло ничего из ряда вон выходящего. Испытание семи чего-то там. Гимн Тирьязада. Тирьязада. Так, тут случаем собрать чего-то нельзя. Активировать. Слушай, ну раз я уж тут... Здорово, малышка. Погнали. Слушай, а тот какой-то вроде более мощный. Чего, блядь?
Он слайма выпустил? Бздынь. Да вот и все. Хек лол. Так, а куда нас это ведет? А, это типа наружу выход? Чего? Слушай, мне просто интересно. О, еще можно что-то сфоткать. Входящие. Окей. Или тут какой-то очередной квест? Слушай. Наверное, оставим эту хуйню на потом. Потому что вот тут тоже какой-то подземный этот самый телепорт. И, видимо, там тоже какое-то задание будет. Саруши слова не проронила с тех пор, как мы покинули разрушенную мастерскую. Раньше она говорила безумолку, Пайман не может понять, почему она молчит. Учитывая случившееся... Не вешай нос, Саруш, у нас еще куча дел. Например, нам нужно провести тот обряд со странным названием, а затем заделать огромную дыру. А когда все будет сделано, мы сможем вознаградить себя чем-нибудь вкусненьким за труды. Мы можем поесть. Пайман не знает, что паре предпочитают. Паре не нуждается в еде, глупое существо. Подумать только, я так не скопала, что нуждаюсь в утешении белой болталки. Какой позор! Я бы предпочла быть запечатанной в сером кристалле или найти себе пещеру и безмятежно спать там целую вечность, пока все, кого я знаю, не перестанут существовать. Пайман устала повторять, что Пайман не белая болталка, ну чё за глупое создание? Избегание не поможет решить проблему. Мне все равно. Как мне жить с чувством глубокого стыда из-за того, что Насиджуна меня одурачил? Теперь, когда вы собрали все великие песни Хварны, вы можете отправиться к Михиру или Рашну, если хотите устранить аномалию в небе. Прошу, оставьте меня в покое и забудьте, что я говорила. Ты много чего говорила, что именно нам надо забыть? Как же она мочит. Забыть про судьбоносное самопожертвование? Хватит, довольно. Килакира, не надо ее дразнить. А ты что делала? Она проделала с нами долгий путь, и Пайман не хочет, чтобы она бросила все, не закончив начатое. Более того, у Саруши есть хорошее качество, например... Я видела, как ты замешкалась. Ох, хватит меня жалеть. Ты быстро действуешь. Да, и мы прилагаем все усилия, чтобы потушить знамение, разве нет? Мы достигли успехов только благодаря тебе. Как там было? Вспомнила, однажды ты станешь великой искательницей приключений, это лишь вопрос времени. Правда? Ты искренне меня хвалишь? Да, настолько искренне, насколько может быть искренним друг. Ха, я знала, что я великая. Ха, ко мне вернулась уверенность. Итак, как Сарош вернулась уверенность в своих силах, теперь давайте найдем Зурван. Заделаем гигантскую дыру и получим награду. Пайман не терпится съесть свой большой обед. Ага, пойдем к Зурван, но пойдем уже в следующий раз, а на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока.